сегодня Рождество, 25 декабря. И просто вот подарок, подарок природы. За окном такая красота, солнце яркое. Стопроцентная зима, стопроцентная рождественская погода. Все такое рождественское. Сугробы, снег, елочки. Вот даже машина ретро такая стоит. Рождественская. Зимний пейзаж. Зимняя дорога. У нас расчищены дороги. Красота. Всем привет. А мы едем развозить посылки. Вчера привезли. Сколько посылок привезли вчера? 8 ящиков. 8 ящиков посылок. И мы думали, что это все нам. Мы так обрадовались, стали их сразу распаковывать, смотреть, удивляться, восхищаться. Думаю, ну надо же, сколько всего. Оказалось, что не все нам. И вот сегодня нужно развозить эти посылки. Значит, везем сейчас по Юрмале, везем куда? В Умбаре мы едем, да? Да. Везем в Умбаре, в Калгари. Потом попозже покажу, что там в этих посылках. Я вчера немного поснимала вместе с Эльзой. Она тоже очень заинтересовалась. Но парень, который вез эти посылки из Испании, он немножко перепутал. Лишнюю посылку из Панамы. Да, он должен был ее оставить в Умбаре. В итоге он ее нам привез. Вот. Ну, мы там созвонились, конечно. Вот сейчас везем женщине посылку эту, большую-пребольшую. Она возмущается, говорит, зачем он присылал, зачем это нужно было. Вот так. Ну а что, сын матери посылочку отправил. Нет, это племянник. А, это племянник даже отправил? Да. О, какой хороший племянник. Мне бы таких племянников. У меня таких нет. Племянников. Она килограмм 40. Да, она килограмм 40. Если учесть, что по 2 евро. А вообще, 1 килограмм пересылка из Испании. Ну, перевозка, да, не пересылка даже. 2 евро получается. Ну, так скажем, недешево, да? Так, наша станция. Станция наша Слока. Автовокзал. Автовокзал. Бывший, да, место. Сейчас магазин там находится. Построили недавно. Вот. В общем, за окном чудесно, причудесно. Там электричка идет. Настроение сразу, да, когда вот такая погода с утра. Мы вчера уже много что продегустировали, открыли вино, но вино, правда, было итальянское, да, шампанское, сладкое, мускатное, сыр, очень вкусный сыр, ну, название я, конечно, не помню, но сыр бесподобный, там два вида было, очень вкусный. А потом колбаска Флэрт, свежая-пресвежая. У нас тоже это продается, но у нас уже можно зубы сломать об эту колбасу. Вот, колбаса мне очень понравилась. Там много конфет, мы еще не пробовали конфеты. Что нам еще понравилось, что мы ели? Там и шоколад, и жир, очень все свежее. Мы это еще не пробовали. Так, покажу наши юрмальские украшения. Как красиво. Ну, по сравнению с тем, конечно, что я сегодня смотрела видео Алекса Брежнева, он показывал Москву. Ну, я там, конечно, тоже была в таком восторге. Это вообще, это даже смотришь на маленьком экране, да, на телефоне, и все равно восхищаешься. А если вот это все вживую смотреть, да, в реале, это я не представляю. Мне так захотелось в Москву. Там, конечно, холодно, но я бы оделась, я бы там гуляла. Ну, у нас тоже красиво. У нас природа красивая. Смотри, да, как красиво. Вау. Нам переслали зарядку Powerbank для машины, чтобы машину заряжать. Вот. Но там почему-то нет зарядного устройства. Да, зарядного устройства нет. Мы теперь думаем, где его взять. Купить. Ну, на
где-то у нас вот сейчас в Юрмале ты вот купишь. Вот тебе сейчас нужно, ты нигде не купишь. Можно только заказать в интернете. Да, но нам и не нужен. Ну, пока не нужен, но ну, на всякий случай, но все равно он может разрядиться. Да, и вот надо поискать, кстати, да заказать. Надо сильный заряд, 2 амперов, не меньше. Ну вот надо еще знать, да, какую зарядку для него. Странно, почему там не было. В комплекте не было. Здесь ничего. Авария сильная была, видишь, весь собрали. Да, вот это авария. И там повисла машина. Как там выходной день? Так, мы приехали в Пумпоре. Сейчас мы свернем на такую дорогу. Это Порука? Нет. Нет, это не Порука, Порука, да? Порука, вот там. Ну, может, кому-то интересна эта улица. Мы не знаем, как она называется. Проспект Порука, это параллельно проспекту Стрельнику идет длинный проспект. Покажем вам юрмальские пейзажи. Дома, сосны, заборы. 83 этот, что ли? Женщина нас уже встречает. Выскочила уже из дома быстренько. Вот мы сегодня в роли Деда Морозов или Санта-Клауса. Привезли на современных санях подарочки, посылочки. Ты тупой. Да, я. Она мне говорит, а как вас зовут? Я говорю, Александр. Я говорю, а вас? Хотя я 10... А вас? Я 10 раз Ольга ее называл. На посылке было написано. Я говорю, а вас как зовут? А вас как зовут? Это Пумпорская школа. А, да. Кстати, надо подъехать. Меня кто-то просил показать эту школу. Вот, Пумпорскую школу. Видно, учился. Да, ну ты лоханулся. А вас как зовут? Да уж памяти нету. Ничего нету. Ничего нету. Песочек один. А вас как зовут? Ее же отремонтировали. Да все школы. Да, все школы отремонтировали. У нас школа сейчас как конфетки. Ну вот с этой. Разве нельзя? Так мы четко подъехали, я как чувствовал, да, но вот, проспект Порука это вот это. А, вот это. Он длинный, он идет от Мелжи до Дубулса, ну, Даян Дубул. Да, мы можем я по знаю. Этой дороге, ты знаешь, да? Я знаю, ну, конечно. Ну, фасад нельзя проехать? Да, поверни, там станция, фасад, здание, покажем. Это латышская школа. Мой сын тоже здесь учился. Пумпорская, да. Да, большая. Да. Средняя школа. 12 классов у нас я средняя думаю, школа. Поменьше. Ой, она очень большая. Что-то ты я что? Тут не лазил. Да, огромная. Вот она. Красота. Тут видишь забор какой, да, вокруг школы. Все ну, да. Солидно очень. Вот она. Красиво, да? Ну, вот объедем видишь? Со всех сторон. Да, объедем сейчас. Тут вокзал. Вот. Вокзал Пумпори. Станция, вокзал. Очень скромный, вот. Очень. Ну, а у нас такой такие... сыроюшка. Ну, а что, здесь а, же... А, блин, проверим. О, красотища. Вот, смотрим. А, нельзя, да, здесь объехать? Нет, нельзя. Развернусь. А, развернешься? Вот, Пумпори. Так вот, можешь ехать. Чуть-чуть зум сделала. У нас красивые домики. 1890 год. Угу. Да, красиво там. А вот смотри, снегоуборочный. Тракторок. Тракторочек. Какая архитектура, да? Красиво ну, да, очень. Я в этих домах участвовал в строительстве. Ты строил, да, здесь? Во многих. Ну, участвовал. Непосредственно. Да. Бывший кинотеатр Мелужи. А, это был кинотеатр да, раньше? Да, Мелужи, бывший кинотеатр. Ну, я и не знала. Да, да. Что это был кинотеатр когда-то. Да. А вот с правой стороны рынок. Где рынок? Ну вот с правой стороны, да, вот здесь это, там, был, где да? сейчас насажены туи, да, да вот там был рынок. Рынок, да. Это старый, со старых времен этот рынок был. С незапамятных времен. Да. Вот тут. Ой, какое яркое солнце, надо же. Просто жарит, парит. Так, следующий пункт у нас санаторий в Айворе. Не совсем. Реабилитационный центр. Не совсем. Не совсем? Почему не совсем? Там есть технический такой. Ну,
мы отвезем. Тут человек работает, ему отвезем посылку эту. Вот в лес поедем. О, как тут красиво. Это вот здесь же, около санатория. Ой, около санатория. Почему я все время санаторий называю? Около реабилитационного центра в Айвори, вот этот лес. И там дальше, там тоже дома, люди живут в такой красоте. Казалось бы, лес-лес, а вот и нет. Город считается, да? Да, с правой стороны, там частный сектор. Да, город считается. Сейчас вот подъедем, там дома, очень много домов. Вот такой у нас город Юрмала. А, нам прислали котов из Испании. Подожди, вот эти двоих, они из Латвии забрали? Нет, одного из Латвии. Который? Полосатый, вот этот, да? Полосатый, которого ты приучала. Да, они же дикие были. Дикие были, да. А второй испанский. Вот этот, испанский, да. Угу. Ну, у них еще третий есть из Латвии. С левой стороны эти дома. Ну, понятно, что их построены недавно. Да. О, какой забор красивый, да? Да. Очень красиво так выглядит. Здесь. Давай сюда. Сюда повернем. Еще давай, здесь да. Еще есть улица. И поселок, конечно. Тут несколько улиц. Я думала, тут одна улица. Здесь. Прямо в лесу. Тут, да. Смотри, такая дорога лесная. Сейчас вот будет такая улицечка здесь. Она не одна, их несколько. Mm-hmm. Ой, как здесь даже, смотри, как пригорок такой. Ну, такая дюна. Дюна, море, да, дюна. А ты слышал, что дюны будут приватизировать? Да, слышал. Вот, видишь, как тут справа-слева. Ну да. 1959 год этот дом. Да, старые да. дома. Ну, он же реставрирован, да. Это старый-старый поселок. Да? Да? Да, это советское время. Вот здесь, я не знаю, кто тут получал. Тут. А что тут строили в советское время? Ну, вот такие домики частные. Домики были, частные, да, да, разрешали они строить. Они как бы такие, больше летние даже были. Летние варианты. Ну, а теперь ну да, тут они, же конечно, море рядом. Да. Море рядом. Вот я... А сейчас вот такие строят. Вот я тут, по-моему, в каком-то, не знаю, где-то я тут фундамент. Смотри, как красиво. Или этот, нет, наверное, не на этот. А он, посмотри, какой там дом красивый справа. Тот и белый? Ты имеешь в виду белый, да. Этот, да? Ага, красиво. Особенно сейчас, зимой. Ну что здесь написано? Там море уже. Да, там уже море. Туда уже нельзя, видишь, знак стоит, да? В машине ехать. Ну, местным-то можно. А, вот здесь, да, выйдем? Да. Ух ты, как тут симпатично. Тут и летом симпатично, мы с тобой ездили, я помню. Очень тут миленько. Я люблю такие места, где много зелени. Так, все, мы выехали, мы из этого поселочка. Подъедем к кемпингу в Айвори. Недалеко отсюда совсем. Рядом. Посмотрим зимний кемпинг. Да, посмотрим зимний кемпинг. Вот ты посмотри, какую масюсенькую вывели гулять. Вот, мы уже выехали в кемпинг. Ой, смотри, тут елки тоже. Красиво. Ну, видно, тут никого нету. Тут никого нет. Ну, все почищено. Смотри, дороги почищены. Здесь тропинки. Так, вот здесь административный корпус. Да. Все тут в таком плачевном состоянии. С советских времен. Так уже 2 года из-за этой короны тоже здесь. Ты тут думаешь, работает что-то нормально. Ну, все равно плохо. Сейчас же люди плохо и путешествуют. Самолетик летит. А, он заходить на посадку будет. Где? Он в Риге? Сейчас, да, в Ригу. Он сейчас над заливом пролетит. Все, скрылся. Развернется. Так, все, едем в Калгари. У нас еще 2 посылки в Калгари осталось, да, отдать. И Калгари красивые. Ты посмотри, уже в парке какое здание отгрохали. Вот, да, видишь вот это? Да. А что вот сейчас стройки же как-то заморозились? Работают, да? Хватает строителей? Посмотри, я не видела, кстати. Я здесь как-то не езжу с этой стороны. Ничего себе. Вот это в Калгари парк отдыха будет у нас.
Ну, в Калгари люди гуляют, смотри, женщины с колясками, машины. Сейчас погода хорошая. Хорошая погода. Нам тоже надо куда-то заскочить, да? Какой-то магазинчик. Заскочим. А так выглядят калгарские дворы у нас. Вот. Сегодня все заставлены машинами. Вот привезли очередную посылочку из Испании. Лиза, давай смотреть, что нам привезли из Испании. Нам сейчас только что привезли несколько упаковок, несколько ящиков продуктов. И не только продуктов. Это какие-то шампуни, кондиционеры. Из Испании. Все из Испании. Я недавно снимала видео, мы отсылали тоже посылку в Испанию. Это косметика все, да? Это все косметика, шампуни. Но я вижу, что это все очень хорошее. Вот я такие люблю. Тоже беру всегда вот такое все. Натуральное. Вот видите, 97% Origin Ingredients. Это видно, что это хорошие шампуни. Вот это мы еще не поняли, что это такое. Эльза. Это... Нет, мы поняли на самом деле. Но Эльза здесь, конечно, не пролезет. Это нужно как-то встраивать в дверь для маленьких собак и котов. Вот, а теперь открываем ящик. Здесь конфеты испанские. Очень много... Ой, Эльза. Очень много апельсинов. У них там растут прямо во дворе эти апельсины. Так, Эльза, отойди. Это тоже какая-то косметика. Крем, маска, что-то такое интересное. Очень интересно. Может быть, это для волос? Маска. Непонятно пока. Да, для волос. Я угадала. Эльза! Эльза! Ну что там? А, тут колбаса. Боже мой. Это моя любимая, кстати. Люблю. Я эту колбаску, Эльза, уже учуяла. Так, смотри. Здравствуйте. Тебя еще тут не хватало. Распаковка с Эльзой. Так мы и назовем видео. Так, значит, конфетки вот такие. Это кофе, наверное, да? Да, 100% арабика. Да, 100% арабика. Принцесс. Да? Вот. Так, что это такое? Как ты думаешь? Паштет какой-то? Это маска. Эльза. Так, значит, ну это рыбный, олива, паста. Три баночки. Ну, что-то съедобное. Эй, да не мусоль, это апельсины. Так, это что, финики? Финики, Эльза. Финики. Так, это что? Что это, Эльза, что это? Не, ну невозможно, все, я тебя сейчас выгоню. Давай в этой коробочке проверим, что здесь. Давай, смотри, что тут. Так, значит, апельсины. Ой, не мандарины, лимоны. Финики, я ее держу, чтобы она не мешала. Финики здесь какая-то одежда. Папе, наверное, да, какая-то одежда. Так, сыр испанский, вау. Сыр. Твердый сыр. Класс. Это что? Разные конфетки. Тирамису. Угу. Это тоже тирамису. Ладно. Это оливки. Вот очень много банок. Очень много, я не знаю, 4, наверное, они прислали оливок. Так, опять конфеты. Снова конфеты. А что это такое? Это что-то для машины. Интересно. Не знаю. Что-то тут portable charger. Зарядка. Интересно. Заряжать машину? Кто знает, что это такое? Вот интересно. Made in China. Так, что здесь еще есть? Снова тут какие-то консервы. Консервы. Угу. Ой, раз, два, три. Три банки оливок. Там джемпер. И это тоже что-то вкусненькое. Что-то очень вкусненькое. Такос. Это для нас все экзотика. Мы такого не кушали. Оказывается, смотри, еще один ящик с едой. Нам голодающую Латвию прислали еду с Испании. Эу! Так, уже эта банка упала. Ой, сколько банок оливок, много. Очень много. Сюда пока поставим. Так. Ну, это такие сладости испанские. Конфетки-шоколадки. И снова разные финики.
Тоже финики. Так, опять консервы. Ой, сколько еды. Конфетки снова. Конфетки. Вино. Вино. Сыр. Это что такое? Это варенье какое-то вкусное. Мандариновое, наверное. Или апельсиновое. Конфетки. И снова конфетки. Так, в этом ящике тоже. Юрмала. Может, это не нам? Нет, нам. Здесь снова колбаска, кофе, конфеты, апельсины, лимоны, шампанское, маскато. Две такие бутылки. 7 градусов. Еще вот такое вино. И еще вот бутылка. Вот такая еще бутылка. Очень... Почему-то вот эти не упакованы. А это такая упакованная. Вот это ликер. 15 градусов. Две такие бутылочки. Да. Еще одна. Много конфетки. Ой, какая большая коробка. Ужас-ужас, какая большая коробка. Мне кажется, это надо делиться еще с кем-то. Потому что это невозможно, чтобы это только нам было. Конфетки, шоколадки. Макадамия. Орешки. Инжир. Это инжир, да, Лиза? Это инжир. Это тоже инжир? Что это? Такое все холодное, да, это тоже инжир. Холодное. Парень приехал на бусики. Привез это все. Шоколадки. О, не надо же, мандарины даже переслали. Так, еще тут. С праздником. На маленький подарочек. Еще на маленький подарочек. Снова эта бутылка. Банка, банка. Финики. И это. Так, это тоже какая-то смесь. Огурчики там, перчик я вижу. Угу. А что там еще? О, игрушечка. Еще игрушечка новогодняя. Колбаска. Ой, Эльза, Эльза. Вот это подарки к Новому году, да? Да, вот это из Испании. Все нам прислали. Может быть, не все нам, но будем разбираться. Пока я тут разбиралась, Эльза уже уснула почти, да? Приставала, приставала. Принцессочки. Устала, Эльза, распаковывать? Устала, скажи, столько подарков. Скажи, а где мои вкусняшки? А где Лизочкины вкусняшки? Или там в баночках для Эльзочки консервы? Может быть, там что-то есть собачье? Или кошачье? Ой, Эльзочка, ты устала, да? Устала, скажи. Ой, какие хорошие подарки. А мне ничего не прислали. Ну ладно, Эльзочка, мы с тобой поделимся. Поделимся, да. Скажи всем пока. До новых видео. А ты что? Не трудайся.